Так, ребята, я на Дзержинского, 102, улица Дзержинского. У меня за спиной торговый центр «Красная площадь». И я пришел, да, в компанию «Автомама». Это вот с другой стороны от «Юкавто», где я снимаю. Да, мы сейчас зайдем, наверное, в поисках недорогих автомобилей. Смотрю, у них клиенты есть, да, ходят. Ну, а на самом деле, у них появилось очень много машин всяческих, да. Это их шоу-кар какой-то продается. «Мондео» 1 280 000. Примерно, не знаю, в какую сторону надо пробовать идти, чтобы попытаться отыскать что-то бюджетное. Можем пройтись, наверное, везде, и там, и сям. «Рио» представлены, на самом деле, прям в изобилии на автомате. 845 тысяч. Год 15-й. Да, автоматный, черный. 835. «Фабия» в универсале стоит. Так, «Митсуба», что, «Галант» 550. Но их днем с огнем, живых, конечно. 2,4, 8-й год, автоматная машина. Вот здесь говорю достаточно громко. «Фабия» 16-клапанная. Какой мотор, интересно. Большой сарай на механике. Мотор 1,4, 86 лошадей, 535 тысяч. Механика 1,4 представлена. Ну, много-много ее, да? Солярисы, которые первого... Ну, это будет, в общем, обзор такой выборочный, что мне приглянется, то я покажу. 630, 745, это первого поколения, да, солярисы 14-х годов. Там возле стенки, да, «Автомама», проверенные автомобили в кредит. Фу-фу-фу, можно пройтись, наверное, дальше, да, очень много. 790 стоит. i30 мы до этого его показывали, да, он сейчас в этом, в «Юкавто» стоял 1,6 на механике. 790, там цена была 645, не помню, какой был год. Так, может, что-то прям такое. Ну, на самом деле, да, видите, что везде примерно ассортимент один и тот же. Еще там точно такая же стоит «Фабия», забавно. Тоже механика, 550, точно такое же, по-моему, все, 140 пробега заявлено. Один в один почти серебристая, да, в универсале. По фокусам у них довольно много. «Джетка», вот давайте, наверное, вот здесь пройдемся, посмотрим, что тут у нас. «Джетта ТСАЙ», блин, какая-то прям западня, заходишь и выйти нельзя. Машин прям у них битком на самом деле появилось. Прям даже удивительно, что очень много. Так, тут что? «Автомат». 1 490 000, 1,4, 125 сил. Ну, робот, да, это робот. Так, тут что у нас? Красный купешный сид представлен на механике. Скоро в продаже машин только появилось. Скоро в продаже еще «Пассат». Блин, даже что-то так будет все, наверное, слишком все сумбурно и мало информативно. Так, этот не продается. Вот представлен 560, да, предел пятихатка, может, чуть плюс. Kia Ceed, 11-й год, 1,4, машина на механике, 560 цена, с пробегом заявленным 181 тысяча. Так выглядит он, так там опеля, Ceed, по-моему, тоже тут. 680 круз, раньше был 695. 1,8 на механике, пробега 70 тысяч заявлено. Год выпуска 2013-й. Так, к чему-то еще более приземленному, наверное. Там, смотрю, фокус стоит. 765. 1,6 бензин, механика, 41 тысяча пробега. То, что мы до этого тоже смотрели такую, только автоматную. Фокус. Фокус на механике. Фокус 395. Не знаю, может, он уже давненько стоит. Судя то, что бумага выгорела, наверное, очень давно. 1,8, дизель, 115 лошадей. Ну, наверное, долго не уходит, что-то не так. Гольфик стоит. Гольфика вот здесь что-то ржавчинка пошла. ТСАЙ. ТСАЙ. Скоро в продаже. Машина недавно поступила, да. Наверное, по этому ряду пойдем в обратном направлении. Фокус еще один тоже, наверное, был. Джет очень много появилось, да. Скоро в продаже, на всех написано. Альмеры вот эти. Тоже прям 525. 1,6, она автоматная, пробега 160, год 13-й. Выглядит так, на первый взгляд, она довольно неплохо. Такой внешний вид. «Мондео» представленный, «Мондео» черный, черная «Веста». Ну, наверное, мы по этому ряду сейчас обратно и пойдем. Пока не дойдем до конца вдоль красного забора этого. 645, двухлитровый, на роботе, 240 лошадей, 10-й год, пробег 180. «Веста» 705, на 10 тысяч подешевела. Она 1,6 на механике, пробега 47 тысяч заявлено. Черная машина,
Ну, комплектация будет бедноватая. Черные некрашенные ручки, некрашенные зеркала, КПП механика. Ну, черная Веста смотрится довольно интересно. Там вот представлена еще яркая. Черная Веста смотрится неплохо. Они здесь все машины у них открыты. Да, открылась машина. Неплохо. Так выглядит по салону. Мультимедиа штатная. Ну, есть кондиционер. В черной машине без кондиционера здесь подохнуть можно. 505, еще одна. Фабия 1.4, 6, а 1.2, ребят, 1.2. 12-й год, 505. Что-то маленькая она прям совсем. 665 Веста, пробег 113, 16-й год, в интересном цвете. Марс на шипованной резине. 665 Лянсер бесценный, вновь поступивший. 615 Солярис. Но этих Солярисов уже в глазах рябит. Астра в хэтчбеке, Астра на механике, 1.6, 10-й год, 116 лошадей, 137 тысяч пробега заявлено. Ну вот Астра 525, ну типа пятихатка. Так выглядит. Может, кого-то заинтересует. Ну давайте глянем ее по салону. Вот тут открытая будет, да, открытая. Ну, пятихаточка, Астра. Ну, механика 1.6. Не будет, наверное, к ней таких больших претензий. Можно заказать диагностику, посмотреть, если уж есть какие-то сомнения. Nordman R16 диски. Блин, пятихатка, ребят. У вас хэтчбэк немецкий, пусть и Opel. Все-таки немец. Ларгус эти, по-моему. Блин, что ж тут стаканчики разбросаны. Так. Вот Авео стоит. Авео давайте посмотрим. Рядом Октавия. Октавия, если будет на интересном моторе, то будет тоже включение. Авео 555. Ну вот тоже, да, пятихатка. Около пятихатки. Задняя дверь отличается цветом прям. Автоматная 1.6. Пробега 146 тысяч. 555. Синий, блин. Синий нарядный цвет. На фонари эти, как бы, визуальный вид. Я думаю, понятен всем. Так выглядит. Так, здесь... Октавия на механике, наверное, будет 1.4, 1.4, 140 лошадей, пробега 118 тысяч, цена 780, год 14. Так, тут Полик стоит, еще одна Октавия 1.2 вообще, 1.2, 105 лошадей. Такую здоровую дуру таскает мотор 1.2, как-то, я не знаю, сомнения мне какие-то берут. Так, 735 полу, Октавия еще одна 790, 1.6. Ну вот механика, 102 лошади, пробега заявлено 120, 790 тысяч рублей. 790. Ну вот на вот эти альмерки почему-то автомама всегда была богата, их довольно-таки много здесь всегда. Бедолага Жигуль стоит, бедолага на 11-м регионе. Это что это? Блин, 10-й это что-то, Карелия, это 11-й. На самом деле я даже не знаю, что это за регион такой, но... Не краснодарская машина. Так, Альмера 710, тоже автоматная, 16 года, с пробегом 76 тысяч. Полик 755. Но вот на самом деле, да, чего-то такого экстра неординарного, выдающегося, не знаю, ничего не встречаю. Октавия 755, 1.8, 152 лошади на автомате, с пробегом 164 тысячи, 1.8 мотор. Ну, довольно-таки большая, да, машина. Как ни крути, тем не менее. Рио. Здесь что, представлено еще Астра, да? Астра 425. Ну вот прям бюджетник. 1.6 на механике, пробега 200. 2008 год. Посмотреть, как Opel себя чувствует с пробегом 200 по салону. Ну тут подушка подустала, руль устал. На самом деле руль устал больше, чем подушка. 425, но сейчас, да, с такими ценами, типа, это уже и не очень много считается. Опелек, тут это скоро в продаже. А, ну тут этот весь ряд, который называется скоро в продаже, да, которые поступили. Вот Галант, он, конечно, своеобразный такой, такую труба у него здоровая, но их крайне мало живых. Он при этом, да, я смотрел, 2.4, 550. Восьмой год, пробега 168 тысяч, он с люком, я его показывал, да, в начале. Машина, блин, наверное, интересная на молодежь. Так вот он выглядит по салону. Очень много, да, машин за пятихатку будет в этом видео. Но я думаю, что он долго, скорее всего, не простоит, если он живой.
по технике, по кузову там он выглядит более-менее, такого что-то на хюндаевских дисках. Ну, может быть, кому-то подходящий вариант. 550, но тем не менее 8-й год. Как бы годик, года у него идут, года не ждут. Так, ну все, наверное, ребят, автомам, вот этот типичный значок, я люблю автомама, да, как во всех городах. Ждите новых видео, пока!